нести свой крест. В канун праздника Воздвижения Креста Господня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил всеночное бдение в Казанском кафедральном соборе. На богослужении побывали наши коллеги с подробностями Анна Шишминцева. Центральное праздничное богослужение накануне Дня Крестовоздвижения. За всеночным бдением митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому в Арсенофию сослужил гость епархии митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Поклониться кресту в Казанский кафедральный собор пришли многочисленные прихожане. Молитвенное празднование не обошлось без подарков, которые владыка в Арсенофии привез из недавней паломнической поездки. Владыка был в паломничестве на Святой Земле. И по традиции, раньше везли со Святой Земли пальмы. И от этого, в общем-то, называли паломников паломниками. Они шли с пальмами. Сейчас немножко времена изменились. Теперь владыка привез с собой вот небольшие кипарисовые крестики. И, осветив их на гробе Господнем, по традиции в благословении раздал верующим, чтобы вот ощущение праздника было еще и с такими небольшими гостинцами. Чтобы нести крест было легче, нужно свою волю согласовывать с волей Божией. Об этом сказал в своей проповеди глава Санкт-Петербургской епархии. Если бы наша воля совпадала с волей Божией, то нас крест был бы намного легче, потому что благодать Божия помогает нам нести крест. А когда мы живем не по воле Божией, по воле Божией, а мы по крест, получается крест. Такой крест тяжелый, с приходится но все же несут крест, и верующие, и верующие. На Голгофе, помните, были распяты еще два разбойника, и один спасся, а другой погиб. И в жизни так не бывает. Один человек А празднество Крестовоздвижения длится 7 дней, а значит, всю неделю на аналое для общего поклонения верующих будет лежать крест Господень.